в Москве коронавирус, а мы занимаемся утеплением фасадов. Сезон начался. Паша там ржет. Да увидишь. Кому-то жмут короны, кому-то вирусы. Паша уже заканчивает фасад. Пора готовить тебе следующий. Ну что, на свежем воздухе приятнее, чем в Москве сидеть в карантине. Представляешь, сейчас сидел бы. Так он домик один сделал по-быстрому. Дома далеко дальше. Да. Здесь вот. Фасада перетяжку осталось. На цоколе вторую базу сделать. И перетяжку. Надо все пройти, проверить. Что здесь, собственно, перетяжка осталась. Все. И фасад готов.